Ой, всем привет, мои дорогие, мои любимые. Я тут подключаю к зарядке у вас, потому что разрядился телефон, а снимать надо. Это я сегодня делала педикюрчик. Мне надо убраться, потому что я сейчас съездила за детьми. Вот. Ой, мой кофе тут стоит. Сейчас я вам покажу себя. Переключусь. Вот она я, при полной красе, как говорится. Планы грандиозные, как всегда. В общем, я начинаю с той комнаты, со спальни. Снимаю сейчас белье, запускаю стирку, вывешиваю туда и мою окно. Вот, шторы там абсолютно чистые. Они даже не пахнут пылью. Шторы я решила буду стирать только здесь, в зале. Потому что здесь действительно они пыльные, их нужно простирнуть. А те я не буду даже снимать. Единственное, что только постираю тюль. Хочу бы люстру, блин, помыть. Но я не знаю, как туда лезть. Я не знаю, как их вообще мыть. Оставляю я всегда кровать с самого начала. То есть, если я решила убраться, то сперва я начинаю заправлять кровать. А возможно, я делаю что-то не так. Может быть, сначала нужно протереть пыль, помыть полы, вымыть окно. Но у меня немножечко иначе. Вот. Начинаю все-таки с кровати. Застилаю, заправляю, а потом все остальное. Ну, у каждой хозяйки все по-своему. Вот у меня так. В общем, в этот день я, конечно, очень сильно упахалась. У меня жутко болела спина. До сих пор болят ноги. Но второй день уборки, конечно, никто не отменял. Вот. Хочется, чтобы дом был чистым. Поэтому, если я вас как-то замотивировала, то... Все, ребятки, заправила кроватку. Так. Видите, пылюка, какая кошка? Видите, пыль. Ой, так, что у меня здесь? Кошмар. И косметичка, подушечка моя лавандовая. Кремчик для рук. Вот книга сюда. Так, здесь что? Полотенчика одно. Так. В общем, надо убраться. Вообще всю эту грязюка. Так, мои труселя. Понятно. Мыть буду окна. Вообще не пахнет. Я нюхаю сейчас. Пылью не пахнет. Вот тюль освежу только, да, тюль надо. А шторы не буду стирать. Ой, сейчас все пооткрываю. Ой, ну, пыль летит, конечно. Ну, и там еще с подоконника. Ой, капец, капец. У меня кошачьих волос, блин, тьма. Еще сколько глажки, все это гладить нужно. Я сейчас это отнесу, гладильную доску отсюда. Потому что здесь я гладить не буду. Чистота – залог здоровья.
жара такая вообще. Жарко прям. Дышка, короче. Все, ключи. Эту кровать, ребята, я еле-еле сдвинула. Полюка. Надо пройтись. Короче, у меня конкретно. Сначала с одной комнаты начинаю, вот все окна, все-все, батарею вымыла полностью, тумбочки все протерла, вот это изголовье, вот это все протерла кровати, свою тоже тумбочку. Сейчас полы, и мне надо комод тоже будет протереть и отодвинуть его. В общем, начну с этого угла, задвину кровать, потом отодвину комод. Вот. Ой, в общем, продолжается моя уборочка. Сейчас вымываю вот там вот все, вот эти вот рельсы, шпалы. Тут даже не буду убирать ничего, потому что с одеждой потом. А я хочу вот это вот дело, там вот сейф, переставить его вниз туда, другое место. Кстати, в сейфе у меня хранятся все наши документы. Просто вот эта нижняя полка здесь, которая, точнее не полка, а это пол, да, вот здесь. У меня раньше лежал чемодан, но вообще чемодан я туда на самый-самый верх закидываю. Поэтому сейчас я его не убираю, но тут даже места для чемодана нашего хватит. И я хочу его, опа, задвинуть прям сюда. Открываться сюда лучше, в эту сторону. Вот так вот. А что ты туда на пол положишь? Одежду? Нет. Вот. А на полке здесь, где вот эти вот можно документы сейчас положу. Очень их всего много. От всего не избавиться, ребят. Все нужно. Поэтому, ну вот. А здесь будут ничего. Сюда я положила, там у меня все эти открытки за несколько лет. Вот. Там у меня видеокассеты еще от Видик. Вот. Ну, в общем, мое брахло. Так что пока это будет вот так вот. Закрываем. Я устала. Все, ребят. С детской я сделала все то же самое. Помыла окна. Чистые. Совершенно чистые. Небо ясное. Ой, сейчас вот эти вещи надо разобрать. Надо его тренировочное постирать. Зеркало протереть. А полы уже все вымыты. Вот, стол еле-еле оттерла, но еще пятна есть. Вот, видите? Не могу уже оттереть ничем. Уже всякой химии тут перебрызгала. Вот. Переселилась я с разрешения Максима в спальню. Вот. Оставляю кровать пустую с игрушками. Вот. Там все чисто. Все чисто. Вот эту надо постирать. Так. В общем, все.
Все, ребята, у меня что-то сил уже нет. Я вымыла так Бускин лоток, вот эту вот этажерку. Это у меня обувь была там. Надо мне вымыть сейчас всю сантехнику. И вот это я все коврики буду убирать уже на лето отсюда. Они не нужны. Здесь окна я, наверное, помою завтра, потому что уже все, у меня сил нет. Единственное, что хочу, вымыть вот эту дверь. Вот. О, какая-то там машина большая ездит. Наверное, вспахивает, что ли, или это трактор. Трактор, походу. Вот, слышите, вон он там учит. Вот что-то пашет поля, наверное. Я сниму завтра тюль и занавеску постираю. Вот, в общем, мне надо вот это помыть и, скорее всего, кухонное. А вот эти два окна я вымою завтра, потом и крыльцо вымою, потому что уже сил не хватает. Сейчас мне нужно помыть здесь полы, протереть пыль. Ну, в общем, и вот это вот все безобразие здесь все убрать, разобрать. Я еще не придумала, что буду ставить в этот угол. У меня есть одна идея, конечно, но я не знаю, как ее реализовать. Короче, не знаю, может быть, опять этот комод поставить сюда. Но что-то никому не нравится. Просто, наверное, поставлю стул туда и все. И больше ничего не буду. На лето уберу вот эти коврики, все их выстираю. И только на зиму их. Они сейчас вот вообще ни к чему, они не нужны. Вот. А обувь, я не знаю, куда обувь складывать. Ну, может быть, это на эту же этажерку. В общем, не знаю, сейчас буду думать. Немножко хочется перестановки. Чемодан наш так и стоит, потому что скоро опять ту-ту-ту-ту. Там у меня, видите, розетку подключила, у меня играет радио. Я взяла, вытащила маленький магнитофончик наш старенький. Вот. В общем, все, у меня сил нет уже на мотивацию. Сниму, наверное, уже завтра. А может, сегодня не ставки. Вот так вот я поставила стол. В коридоре стул. Убрала все коврики на лето. Это летний будет вариант. А зимой опять буду здесь стелить. Здесь будет сохнуть обувь, потому что батарея горячая. Сюда вот это немножечко вещи нужно разобрать. В шкаф убрать. Сюда я поставила вот эту вот этажерку, да, для обуви. Вот, потому что пока это не летняя, пока это такая осенне-весенняя. Там у меня обувь все. Потому что сюда в шкаф я поставила бутыли с водой. Вот, они там у нас будут стоять. Вот. Ой, что-то тут какая-то плюка. Там все протерла в шкафу. В общем, тут у меня полным ходом. Смотрите, ванна какая. Смываю, но потом все помою, сантехнику. Так, стол сюда выскочила, потому что я сейчас буду здесь мыть. Я протираю пока пыль. Вот. И хочу налить сначала кофе себе. Тайм-аут. Одна стирка у меня уже там сушится. Это свекла. Смотрите, под ногами валяется. О, видите, пыль. Все. У меня уже, кстати, заканчивается. А мне хватит домыть все окна, всю террасу. Я с внутренней стороны водичкой обычно не мою, а просто сразу наношу вот это. А с той стороны, с улицы, которые окна идут, то я обязательно сначала водичкой помою, а потом уже вот это средство наношу для стекол. До 20 градусов тепла. Вот. Пойдет сюда ультрафиолет. Чистенькие окна. Вот здесь вот у меня заляпано, но я не знаю, что это такое было. Оно ничем не оттирается. Такое впечатление, что прямо изнутри. Вот. И также на следующей неделе будут дожди. Ну, в принципе, это нормально. Я же окна мою. Вот. В принципе, ничего такого странного и удивительного нет. О, ребятки,
Не на шутку, не на шутку я тут завелась. В общем, вот эти два окна, нет, три, вот это кухонное, вот это два, вот это три, я оставлю на завтра окна. Сейчас я помою с той стороны, здесь полы, и не на шутку, да, я все отодвинула. И что я вам хотела показать, вроде я недавно двигала и здесь мыла. Вот что значит, нужно периодически отодвигать диван. Видите? И проходить. Кстати, здесь не пыльно, но вот эти крошки забиваются под диваном. Мы же, получается, сюда садимся и хомячим. Вот. И вот эти крошки, они, да. В общем, я сейчас быстренько протру. Средство наведу, водичка. Вот, диван старый, кстати, уже. Видите, здесь вот эта штука, не знаю, видите, порванная такая какая-то. Кстати, здесь надо тоже протереть. У меня там тряпочка где-то была. О, ребята, если честно, мои дорогие, мои любимые, я подустала. У меня, знаете, у меня уже сил нет. Очень много я на сегодня взяла на себя. Вот, вот это я все протерла уже. Вот эту надо спинку тоже протереть. Ой, фу, под ногами все. Ой, да, не пыльно. О, Наташа, капец, как не пыльно у тебя. Что ты врешь зрителям? Они так все видят без тебя. Какой-то потек здесь. Все. Тут я уже протирала, но мне еще, чувствую, надо будет пройтись. Ой, надо в химчистку ковер отдать летом. Но летом почему? Потому что он хорошо просох. Так, ладно, наведу сейчас воду. Вот это все протерла, все отодвинула. Сейчас буду все углы мыть. И завтра просто окошки протру и все. Они быстро утречком встану. Вот. Конечно, очень хочется, чтобы уже в химчистку его отдать. И стелить уже свеженькое. Но не получается. Тюль я сегодня постираю. Вечером сразу, наверное, повешу в спальню. Вот. Все, у меня тут чистота, порядок. Ванну еще хорошо надо помыть. Ой, тут прям свежестью. Пахнет свежестью. Еще гора белья. Ой, ну мне на завтра еще есть работка. Возможно, я еще и шкаф переберу. Ну, не будем загадывать. Ой, ребятки. Макс ушел к бабушке, он не выдержал этого. Я уже два раза там прошла, протерла за диваном. Ой, не снимаю, потому что... Ну, а что снимать, как убирается человек мой, швабра? Я уже снимала. Так, теперь мне надо это задвинуть. И уже здесь... Там, где стол мой рабочий, вообще пылюка. Ну, понятное дело, что я пылю тут. Так. Все, сил нема. Сил нема. Вот так вот сейчас задвинем все это дело. И здесь протру селедку. Близко не двигаю. Вот так вот. И чуть-чуть туда. Терминатор, мама. Вот так. Так. И чуть-чуть вот так. Все. О, из-под дивана еще пыль. Ну, потому что там все чисто. А здесь вот розетку забыла. Воткнуть. Так, эту я потом сниму. Сейчас я здесь протру. Ой, ребятки. Все, там тоже за комодом все. Кстати, пауки побежали. Да, они и зимой тут жили. Но это хорошо. Не надо убивать пауков в доме. Хоть я жутко их боюсь, но я знаю, что они мне зла не причинят. Пауки эти. Вот.
летит, летит, летит. Все, тепло стало, солнышко выглянуло. И такое впечатление, что тут год не убиралось вообще. Все, останется сейчас только кухня. Ах, очень приятно пахнет. Я вам сейчас покажу, что я добавляю. Но я иногда меняю средства. Смотрите, сколько грязи. Смотрите, видите, собралось за диваном и, ну, в общем, со всей комнаты. Сейчас я вам покажу, что я для пола добавила. Где? А, вот она у меня. Вот такое красовское. Вот, очень приятно пахнет. Арена. Арена — средство для пола с полирующим эффектом. Видите, Грасс? Очень приятно пахнет. И, по-моему, оно, кстати, недорогое это средство. Мне нравится. Я уже давно его купила. И уже сколько я? Месяцев 7, наверное, пользуюсь. Так. Ну что, сейчас вот подсохнет. Я разверну ковер. Ой, запыхалась. Разверну ковер, пропылесошу его. Вот, конечно, без ковра тоже классно, но не так уютно и комфортно, да? Ой, химчистку надо делать, химчистку ковра. Сейчас здесь допротираю. Сейчас подсохнет там, я вижу, еще мокро. Протру пол на кухне. И все, и выйду туда домывать дверь вот эту, все. И у меня порядок. И еще я хотела, ну это тоже сейчас сниму, вот эти все чехлы, которые на стульях, их тоже надо постирать. Вот. И стулья протереть, вот эти вот места. Вот, тут пыль. Я так периодически прохожусь, но вот солнце выглянуло, я вижу вот эту пыль. Вот. Ну, в общем, работы хватает по дому. В общем, весна пришла. Хочется уюта, порядка. И, наверное, сейчас кофе выпила, уже не так хочу есть. Я даже не обедала сегодня толком вообще. Может быть, себе на вечер сделаю свеклу. Ее засуну в микроволновку, как бы отварю. Ой, солнце падает вообще. Сразу все косяки видны. И на лице, и в квартире, в доме. Ой, руки грязные. Вообще. Вот, просто отварю и порежу, и просто поем. И все. Так, ну что, еще мокро, еще сыро, видите? Жду, потому что под ковром тоже вот это место нужно пройтись. Ой, а, кстати, классно без ковра, мне нравится. Но это такой, знаете, а-ля летний вариант, скажем так. Прям сюда-сюда светит. Видите, вот так вот. Лучики, лучики. Ой, ребята. На стенах. Кстати, классные обои. Они все по дому моющиеся. То есть их можно протирать. Вот. И я беру параллельно, еще прохожу вот эти вот всякие точечки, отмываю. Ну что, я же неугомонная. Если уж мыть, генералить, то и холодильник отодвигать. В общем, сейчас все там вымыло. Ой, крошек столько, смотрите. Вот эту часть всю протерла, но она даже заметна. Вот. Со стульев сняла все чехлы, сейчас их нужно протереть все. Они на самом деле такие пыльные, вот эти вот штуки. Так вот их выбивать, что ли, на улице надо. Ой, в общем, бардак. Я знаю, как... обработать. У меня же пылесос-то съемный, ручка, можно. Видите, уже пыли набралось. Это я уже пылесосила сегодня. О, класс. Я сейчас вот так вот. Смотрите, как классно. Так, одной рукой неудобно. Вау. Все. Ой, фокус. Ой, все, еще целая полная корзина. Перехожу на ванную.
туда все поставила. Сейчас протру стиральную машинку. Там у меня стираются вот эти вот, ну, в общем, на сидушку, на стулья. Не чехлы, а, ну, в общем, вы поняли. Сейчас буду ванную мыть. Тоже тряпочку приготовила. И вот это вот сейчас протру. Все тряпочки я стираю мылом. Но в этот раз хочу их постирать в машинке. Только после того, как я завтра домою окна. Вот. Так что запущу их потом в стирку. Вот то повесила от, ну, которую насадку для пола. Повесила сохнуть. Потом я вместе с тряпочками со всеми закину в стиральную машинку и простирну. Я так периодически делаю. Вот. Видите, все. Тут просто порошок скапливается. Вот так вот сейчас. А так чистенько. Здесь-то я убиралась недавно. Ваня, ну, саму сантехнику нужно помыть. Саму ванну, раковину, унитаз. Биде чистенькое стоит. Ну, вот Буськин лоток протерла. Так что чистота. И у меня здесь сел кот на постельное белье. И у меня там такой пятачок прям вот от лап. Ну, я не буду перестирывать, я потом поглажу. Я его отругала, сиганула, короче. Думаю, ах ты, зараза такая. Ах ты, паршивец такой. Он удрал, как сумасшедший, на дерево закарабкался. Вот. А знаете, как от стула, со стула, точнее, прыгнул. Вот здесь у меня аж стояла сушилка. И вот здесь вот прыгнул, смотрите. Видите? Видите? От лап. Ну ладно, я думаю, что это не сильно-то критично, так все чистенькое. Вот. И здесь сидит, лежит такой, балдит. И переставила так, чтобы он сюда не прыгнул. Вот. Такой у нас закат. Уже, конечно, я не успела. Там соседи, ребятня. Вот. Зашло уже за дом. Макс у бабушки. В общем, окна чистые, все великолепно. Буси сидит, наслаждается. Вот. А, кстати, я тоже на террасе вот застекление, вот это тоже протерла. Единственное, что протерла только то, что достаю, а наверх я уже не полезла на стремянку, не стала вставать. Вот. Все, буду с вами прощаться. Всем пока-пока, кто был со мной. Вот. Спасибо, ребята, за просмотр. Ставим лайк, подписываемся, кто не подписался. Кстати, по статистике меня почему-то больше смотрят без подписки. 70% стоит, даже больше 70% стоит, что меня смотрят без подписки. Подписки. Подпишись, поставь лайк. Я очень старалась. Ладно, все, ребятки, всех люблю, всех целую и всем пока-пока. Пока-пока. Ну и напоследок хотела вам показать свой ужин. Я не удержалась, я не обедала, поэтому... Это обычная отварная свекла. Я порезала ломтиками, чуть-чуть присолила крупной такой солью. Вот. И сейчас чуть-чуть подостынет, потому что она очень горячая. Я не могу. Вкусняшка.